праздником вас, скорее всего. И... Не так давно начальником управления по делам молодежи, физической культуре и спорта администрации Дмитровского городского округа был назначен 33-летний Алексей Перов. На одном из спортивных мероприятий в Яхраме, где Алексей Сергеевич поздравлял участников, нам удалось записать небольшое интервью с новым руководителем. Я пришел из Московской области, работал в Министерстве спорта Московской области с 2008 по 2014 год. Далее я возглавлял государственное учреждение, которое областное, которое занимается развитием гандбола на территории Московской области, являюсь президентом Федерации гандбола Московской области. О спорте знаю не понаслышке. По приглашению Ильи Игоревича Панащевного, главы городского округа Дмитровский, прибыл для, надеюсь, улучшить и систематизировать работу в части, касающейся развития спорта и работы с молодежью. Являясь руководителем подразделения администрации Дмитровского городского округа, Алексей Перов продолжает курировать Федерацию гандбола Московской области, президентом которой является. В течение нескольких недель на новом месте новый руководитель постепенно знакомится со спортивными объектами нашего муниципалитета и делает первые выводы. Есть много отличных кадров, специалистов, которые работают на территории округа. Что стоит подтянуть, на что я бы хотел в первую очередь сделать упор, это на какое-то обновление материально-технической базы, потому что очень много объектов, расположенных на, как в черте города, так и за пределами города, в сельских поселениях, которые требуют частичного либо капитального ремонта. И действительно хотелось бы, чтобы жители имели возможность заниматься в хороших условиях, чтобы все соответствовало уровню, который Дмитровский округ держал на протяжении долгих лет. Потому что не секрет, что Дмитровский округ являлся долгие годы одним из лидеров в плане развития спорта на территории Московской области. И хотелось бы, конечно, возродить эти все традиции, которые здесь имелись ранее. Потому что сейчас немножко, конечно, так местами запущено, так скажем. Но проблем нет. Думаю, что продолжим отношения со стороны администрации округа, со стороны главы, что у нас все получится. Хочется верить, что спортивная сфера нашего муниципалитета с приходом нового руководителя не остановится в своем развитии и получит новый толчок.